А я думаю, что мы сейчас, я хочу сейчас... Так, Ирочка, я хочу, чтобы Ира Христиана вышла. Я слова забыла уже ведь. 31! Припев вспомнишь, иди сюда. 30 лет и один год. Ириша, в телефон сразу, раз, раз. Так, ладно, все. Я это поем сам... с места, друзья. Да, да, доверяю серьезному человеку Диме Григорьеву, что мы здесь не уместимся. Хорошо. Любите друг друга, любите друг друга, пока над землей шумит листопад, как будто бы пущена шапка по кругу со звонной монетой минуту назад. Любите друг друга, миг вспыхнул от спички, к свече поднесенной, но что это сон? Судьба, как последний вагон электрички, будь счастлив, успевший в последний вагон. Желтые листья, прелюдия осени, трубы органа напомнят стволы, ветки сухие в костер мы подбросили, руки твои надо мною светлы. Катится, катится точно по блюдечку смелое яблоко желтой луны. Два человека, начало прелюдии, рода людского две тонких струны. Ты бесчеловечно вселенская вьюга, покрывшая воском в морщинах лицо. Любите друг друга, мы скрипки и флейты, мы тени и звуки, а значит валены. Однажды порваться, ну что ж, не жалейте, со скоростью кем-то задетой струны. Ведь желтые листья, прелюдия осени, трубы органа наполнят стволы. Ветки сухие в костер мы подбросили, руки твои надо мною светлы. Катится, катится точно по блюдечку спелое яблоко желтой луны. Два человека, начало прелюдии, рода людского две тонких струны. Желтые листья, прелюдия осени, трубы органа напомнят стволы. Ветки сухие в костер мы подбросили, руки твои надо мною светлые. Катится, катится точно по блюдечку спелое яблоко желтой луны. Два человека начало прелюдии, рода людского две тонкие струны. Бросились несколькими фразами, и вот уже от нескольких человек сказал, один из лучших концертов. Ну, начал я, конечно, ну, как всегда, тяжело, так мы же привыкали. Но мне кажется, ну, заканчиваем мы его на таком хорошем энергетическом подъеме. Это все благодаря вам, всем, кто выступал, и тем, кто пришли. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы так откликаетесь. Спасибо, что ты есть. Да. И я тоже ничего. Ты самая лучшая публика. Парящий заяц, хорошо, что есть. Парящий заяц. Да, можно. Пари дальше, да. Да, скажите. Вот прямо сегодня, прямо сейчас, я поговорил с Леной и назначил свой концерт вот здесь, в Парящем зайце. 20 числа. Это будет в пятницу, в 7 часов вечера. Октября. Да. 20 октября.